Всем привет, с вами я, Колян. И сегодня я покажу, как сделать вот такую вот машину. Сейчас я дойду до деревни. Вот первое препятствие, которое вот я с первого раза сейчас не переехал издалека. Так, и сейчас почему-то начало глючить. Не знаю, до этого у меня все было отлично. Так, сейчас подождите, может быть у меня с бензином проблема. Машина заправляется углем. И сколько вот я стаков положил до этого, три стака, стало всего лишь на один уголек меньше. Ну ладно, потом я вам покажу. А, ну вон можно где показать, что машина вездеходка у нас. Вот, машина ездит где вы хотите. Она вон может даже колодец переехать. Так, только мы тут немножко что-то врезались. С нами не то. А, вот. Вот. Ладно. Так. Сейчас возьму эту машину. Если она сломается. А то я еще не смотрела, она ломается или нет. Так, понятно, нет. Ладно, пусть здесь будет. А я пойду к верстаку и покажу, как сделать вам эту машину. Вот мой верстак. И для начала мне понадобятся колеса. Как сделать колеса? Это довольно-таки просто. Вам понадобится два колеса. Ну, я возьму стак колес. Потом вам понадобится эти колеса, железо, сундук. И вам понадобится двигатель. О, забыл как раз вот рассказать, как сделать этот двигатель. Вот двигатель крафт дорогой довольно-таки. Вот так вот делается двигатель. Так, и что-то я вроде как делаю не так. Может быть, печь его не устраивает? Нет, ну я не знаю. У меня уже третий мод идет не так. А, ну конечно, я перепутал. Вот у нас есть один двигатель. Так, теперь нам понадобится один двигатель. Два железа. И вот у нас есть одна машина. Крафт довольно-таки дорогой, так что я думаю, не читерский. Так, сейчас я отключу себе креатив. И мы не можем ехать. Что делать? Нам надо зайти не в инвентарь свой, а в багажник машины, можно сказать. Это нам надо нажать на английскую букву S, ну или на русскую букву S, как вам будет удобней. И закинуть несколько стаков, ну или вообще несколько угля в эту машинку. И после этого, так, почему-то, ну-ка, а что будет, если сейчас? Ну-ка, мне интересно, насколько хватит одного уголька. Ну, а давайте доедем до куда-нибудь. Так, это у нас что? Это у нас был глюк. Машина классная, мне очень понравился этот мод. Я его даже себе оставлю, наверное. Я бы его поставил на сервер, если бы у меня была такая возможность попросить админов любого сервака. Можно было бы ночные гонки устраивать. Стритрейсинг. И гляньте, у меня до сих пор есть этот один уголек. Машины хватает надолго. Ладно, всем пока. С вами был Колян. Катайтесь на машинах, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!